прослушали замечательные мастер-классы о том, как лечить раны, о том, как правильно перемещать, позиционировать пациента. Это те навыки, которые нам необходимы. Но важно понимать, что не только вот эти навыки работы с телом, они важны. Потому что, как говорила Лин Халамиш, и она говорила в основном о том, что нужно общаться. Она говорила о том, как взаимодействовать друг с другом, как взаимодействовать с пациентами, как общаться с родственниками пациентов, на что обращать внимание. И если мы посмотрим вот на следующий слайд, мы здесь увидим, что общение, оно является таким же необходимым профессиональным навыком, как и любой другой навык, который нам полезен в уходе, в купировании симптомов и так далее. Почему важно? Потому что нам приходится сталкиваться с пациентами, которые испытывают различные эмоции. И эти эмоциональные реакции, они бывают различные. Они могут быть ожидаемы, предсказуемыми, например, в тех ситуациях, когда человек узнал о диагнозе, или же у него не снимается какой-то симптом, и мы понимаем, что он будет где-то раздражен, где-то недоволен, он может испытывать страх в этой ситуации, что боль не уйдет и так далее. То есть это те эмоции, которые ожидаемые, и мы можем также знать, как нам вести себя в этой ситуации. Но бывают и другие эмоциональные реакции, которые даже предсказать невозможно. Они настолько неожиданные, то есть мы просто заходим в палату, и вдруг на нас выливается волна такого негатива, раздражения, недовольства, и мы можем при всем при этом мы можем быть растеряны, мы можем также в ответ начать раздражаться и так далее. Эмоции при всем при этом пациенты могут испытывать разные. Среди них и беспокойство, и грусть, и отчаяние, и разочарование, и тревога, и страх. И когда я общаюсь вот с медперсоналом, общаюсь с медсестрами, когда провожу занятия по паллиативной помощи на курсе повышения квалификации, очень часто возникает ситуации, или они начинают задавать вопрос о том, что, ну, вот знаете, не со всеми пациентами можно найти контакт. С некоторыми так трудно, но так трудно. И вот я попыталась поговорить с ними и выяснить, что же стоит за этим понятием, за этим определением «трудный пациент». Как это описывают медсестры, как это описывают врачи, какой же, по их мнению, пациент трудный. Когда он находится в таком крайне подавленном состоянии, когда он молчит, когда он такой отгороженный, когда на любой вопрос он отвечает нам одним словом «нормально», и, как говорили медсестры, что молчит, и слово из него не вытянешь, и непонятно, что ему вообще нужно. Другие же пациенты бывают очень такие чрезмерно требовательные, которые скрупулезно за всем следят, все контролируют, им задают очень много вопросов. Бывают пациенты, с которыми также трудно взаимодействовать, которые очень колеблющиеся, которые никак не могут принять решение в отношении каких-либо своих там проблем, и они в их высказывании порой противоречат друг другу. Также есть пациенты, которые и чаще всего вот и говорили о том, что труднее всего это с людьми, когда они раздражительны, недовольны, вроде бы мы к ним со всей душой, а они вечно недовольны, ворчливы, капризны и так далее. Еще одна категория пациентов, с которыми трудно взаимодействовать, когда есть нарушение сознания. Но мы точно не будем сегодня останавливаться на этом, на этой категории пациентов, хотя не менее важно знать, как нужно общаться с пациентами с нарушением сознания. Мы остановимся на том, как строить отношения, как разговаривать с пациентами, которые испытывают гнев.
гнев, агрессию, потому что раздражительность, ворчливость, недовольство – это все вот описание одного и того же эмоционального состояния. И мы с вами в течение вот этого мастер-класса посмотрим ролик, который нам покажет, как медсестра может взаимодействовать с пациентом, который испытывает состояние гнева. Здравствуйте, Ольга Викторовна, пора принять лекарство. Да что ж вы ходите? Ходите, ходите. Как начали в 6 утра ходить, так и ходите. Я к вам зашла первый раз. Лекарство надо пить. Ну и толку от ваших таблеток. Пьешь их, пьешь, а толку-то нет. Принесли бы сразу все, а то каждый час ходите. Так назначил доктор. Лекарство надо пить. Ну ладно, оставьте, выпью потом. Хотя нет, давайте сразу выпью. А то опять потом придете. И руки у вас как крюки. Спасибо большое, Татьяна. Я не видела здесь явной грубости от медицинской сестры. Ну да, если смотреть, в принципе, на этот ролик и чисто внешне, это выглядело вполне приемлемо. Да, медсестра сказала о том, для чего она зашла в палату. Она была сдержана, хотя было видно, что внутренне у нее поднимается такая волна недовольства, раздражения, но она сдержалась. Она не нагрубила пациенту в ответ, не проявила тех чувств, которые она испытывала внутри себя. Но давайте посмотрим, а чего не было в этом ролике, то свидетельствовало бы о том, что для данной медсестры важен пациент. Во-первых, она не постучалась, то есть она не просигналила о том, что сейчас в палату кто-то зайдет. Она, зайдя в палату, решив, что ей темно, она включила свет. Подойдя к пациенту, она постоянно в течение всего разговора находилась от него на некотором расстоянии. Она стояла во весь свой рост, то есть она даже не пыталась сократить вот ту дистанцию, которая была между ней и пациентом. И в ходе беседы пациент несколько раз вот как бы ей намекал, что есть проблемы, почему она так реагирует, но с ее стороны не прозвучало ни одного вопроса, который бы позволил понять, а почему пациент эмоционально реагирует так, а не иначе. То есть все ее, не было диалога, а был монолог с ее стороны. И она была сосредоточена лишь на том, чтобы выполнить то, ради чего она пришла. А цель ее была это дать таблетку, выполнить назначение врача и все. Больше ее ничего не интересовало. Вот то, что... Ну, как бы я смогла отметить, что было в поведении медсестры то, что не способствовало тому, чтобы установился хороший, близкий контакт, этого не произошло. Вот одна из заповедей хосписа звучит так, да, хоспис – это дом для пациента. Вот как раз по поводу постучать. Насколько это важно? Ведь практически нигде этого нет. Считается, что медицинское учреждение и пациент в нем – это такой вот объект, да, для манипуляции медицинской сестры, и, соответственно, даже нет какого-то намека на то, что можно постучать. Зачем это нужно делать? Как вы считаете, это важно, это нужно, необходимо? Это необходимо, и если бы это не было, было бы неважно, я бы не поставила это на первое место. Да, здесь все важно, но то, когда мы стучимся в дверь, мы понимаем, что мы вторгаемся в личное пространство пациента. Да, у нас есть такая установка у медработников, что больница, палата – это наше рабочее место.
На самом деле палаты – это пространство пациента. И если цель паллиативной помощи, ну, – создание комфортных условий для пациента, чтобы ему было хорошо, уютно, так как дома, то тогда мы должны понимать, что палата является его личным пространством, в которое мы вторгаемся. И когда мы стучим в дверь, то мы ему сигнализируем о том, что мы сейчас войдем. И чтобы у него была возможность приготовиться к тому, что придет кто-то посторонний. И хотел бы он нас встретить укрытым одеялом, или он нам настолько уже доверяет, что ему все равно, но все равно возможность о том, чтобы привести себя в то состояние, в тот вид, в котором бы ему было комфортно с нами общаться, с нами взаимодействовать, это должно быть. И не только это, потому что если мы посмотрим вот на следующий слайд, вот это постучать в дверь, это еще и проявление уважения. И здесь мы подошли к тому, что общение – это не просто навык там задать вопрос или дать ответ. И если мы опять же обратимся, вспомним Лин Хламиш, которая сегодня говорила, она очень хорошо об этом сказала, что общение – это не только и не столько слова, а это то, что нас наполняет. И если мы посмотрим и сделаем, проведем анализ вот этого ролика, вот за чисто внешним поведением, а что оно скрывается, мы увидели, что контакт, он не глубокий. Он не способствовал тому, чтобы пациент спокойно мог рассказать о том, что его волнует, почему вот он так отреагировал. И чаще всего вот такие реакции, они бывают из-за того, что человек уже привык к тому, что его не слушают, что его не слышат, и что для того, чтобы как-то обратили на него внимание, вот нужно как-то повышать голос, то есть каким-то образом привлекать к себе внимание. И он привык к тому, что нужно привлекать внимание именно вот таким способом. Кричать, добиваться и так далее. Не было уважения к личному пространству, об этом мы уже сказали. Но при всем при этом не было и принятия пациента, и не было сочувствия и сопереживания ему, потому что это предполагает, что мы начинаем прояснять и начинаем размышлять о том, а что стоит за этим. Почему пациент ведет себя таким образом, а не иначе? И мы начинаем это прояснять. И это вот та формальность выполнения обязанностей, которая здесь присутствовала. Когда утрачивается, вернее, даже не утрачивается, она может и утрачивается, а может быть, она и не формируется, вот это вот осознание цели, ради чего я здесь, почему я здесь на этом рабочем месте. Если мы не осознаем, что мы здесь на этом рабочем месте, чтобы создать условия, чтобы пациенту было хорошо и комфортно, чтобы качество его жизни, оно было максимально хорошим, насколько возможно в данном состоянии, чтобы мы могли создать такие условия, при которых проявляются все его самые лучшие качества, которые в нем есть, чтобы он не застревал в этом раздражении, в этом недовольстве, а чтобы он мог открыто говорить, что его устраивает и не устраивает. И вот это вот поведение, когда мы научаемся внешне сдерживать то, что внутри нас, приводит к тому, что есть постоянное несоответствие между тем, что медсестра пытается демонстрировать вовне, хотя это всегда очень плохо получается, потому что это все равно написано на нашем лице, на том, как мы там стоим близко или далеко, это все равно видно. И наш партнер, наш оппонент по диалогу, здесь в частности пациент, он это считывает на раз-два, как я говорю. Его невозможно провести. И поэтому, если мы к нему приходим просто с установкой, чтобы он выпил таблетку, то и не происходит ни диалога, не происходит ни контакта. И рано или поздно возникает вот это, копится, вернее, напряжение от вот этого несоответствия того, что испытывает медсестра внутри себя, и тем, что она вроде как обязана, должна демонстрировать вовне.
И это колоссальное напряжение еще сопровождается отсутствием удовлетворенности от работы, и это приводит к тому, что оно, напряжение накапливается, удовлетворенности нет, формируется эмоциональное выгорание, и от этого-то медсестра начинает только, ну, как я говорю, все равно страдать, и качество ее работы еще становится еще хуже, удовлетворенности еще меньше, и получается, что как под замкнутый круг. Таня, спасибо большое, но вот все-таки, ну, не всегда же получается быть неформальной в отношении пациентов. У нас у всех есть проблемы, мы живые люди. Насколько можно научиться оставлять это все за дверями или перед дверьми отделения, если мы говорим о том, что я прихожу на работу к своим пациентам? Ну, это как раз вопрос того, что осознаю ли я цель своей деятельности или нет. Это во-первых. Во-вторых, это иллюзия, что соприкасаясь с эмоциями, страданиями другого человека, что мы можем остаться безучастными и отстраненными. Это иллюзии. Поэтому мы все равно каким-то образом в это вовлекаемся. И то, что внутри, порой в ответ на раздражение пациента, его недовольство, в нас возникает раздражение тоже, это говорит о том, что нам-то не все равно, что здесь происходит. Другое дело, а что с этим делать? Вот оно. А что с этим делать? То есть нужно научиться управлять своими эмоциями, отслеживать их. Об этом уже тоже кто-то сегодня говорил, я уже не могу, просто все перепуталось. Но об этом тоже уже говорилось, что нужно понимать, что да, я вот в данный момент, я разозлилась. На что я разозлилась? Почему я разозлилась? Но это все настолько должно быть до автоматизма, так, скажем, доходить в нашей работе. Поэтому и поверьте, что возможно и другое общение. Вы согласны, Марина? Да, конечно. Давайте, я думаю, что посмотрим еще один ролик. И ну, да. Потому что со стороны всегда виднее. Вроде да, кажется, со стороны. Что было хорошо. Ну, так сказать, неплохо. Было неплохо. Оно было неплохо. Чисто внешне оно было неплохо. И мы конечно, да. Да, но мы, копнув глубже, увидели, что оно, что что-то оно не так. Давайте посмотрим еще один вариант того, как можно взаимодействовать с пациентом. Ольга Викторовна, здравствуйте. Я принесла лекарство, надо выпить. Да что ж вы все ходите и ходите? Как начали ходить в 6 утра, так и ходите. Ольга Викторовна, вы меня извините. Я ведь совсем забыла, что вы сегодня ночью плохо спали. Дежурная смена передала, но я вот немножко забыла. Раз я пришла, давайте сейчас выпьем лекарства. Ну, а потом толку. Будете отдыхать. Толку-то от ваших лекарств. Пьешь их, пьешь, толку нет. Хоть бы сразу все принесли, а то уже каждый час приносите. Я вас понимаю, как вам тяжело. Если вы разрешите, можно я сегодня поговорю с доктором о схеме вашего лечения? Если это будет возможно, он что-то изменит. И будете принимать лекарства чуть позже. Ну, вы поговорите. Вы меня тоже простите, пожалуйста. Конечно. Я привыкла ложиться поздно, вставать в 8-9. А тут в 6 часов как начнете ходить, так и ходите. Давайте выпьем. Я вас понимаю. Давайте. Давайте я вам помогу устроиться поудобнее. Можно подушку поправлю? Ой, спасибо. Вам удобно? Да. Все хорошо, извините меня еще раз. Ну как, Марина, это так же или это по-другому? По-другому? И так хочется? Так хочется работать? Так хочется, замечательно. Вот... Но что отличает этот ролик вот от первого, что в первом мы увидели просто знание и навык, чисто внешне.
И то даже чисто внешне уже мы сейчас понимаем, что он был не тот, который необходим, который эффективен, который полезен. Но кроме того, вот кроме того, мы из этого ролика и увидели, что кроме того, что нам нужно учиться задавать вопросы, слушать, нам еще нужно быть такими эмоционально доступными людьми. Вот сейчас мы разберем. Да, что значит, ну вот, эмоционально доступные? То есть вот это вот в пространстве, как ты находишься вот, относительно пациента, жесты, прикосновения, да, вот глаза, это все и есть, да, это эмоциональная доступность, о которой вы сейчас говорите. Да, и это в том числе, и если мы посмотрим сюда вот на этот слайд, он такой, опять же, как анализ того, что мы увидели в этом ролике, и мы как раз из этого поймем, что значит быть эмоционально доступным. Эмоционально доступным это значит создать условия, в которых комфортно и нам самим, и комфортно тому человеку, с которым мы взаимодействуем, с которыми мы общаемся. И опять же, разбирая тот ролик, который мы увидим, давайте мы отметим то хорошее, что было в этом ролике. И вот, к сожалению, у меня не получилось написать, может, и не к сожалению, а к радости, скорее всего, к радости, у меня не получилось написать каких-то отрицательных моментов, то, что было бы, может быть, неприемлемым, недопустимым. И я бы обратилась к аудитории, которая нас сейчас слушает, смотрит, размышляет, если у них есть какие-то замечания по поводу того, что вот это было там лишнее, или а вот это вот не совсем правильно, то вы можете это написать где-то в чате, в сообщениях мне, потому что пока мы работаем, мы постоянно учимся. И любое замечание. Татьяна, звук. Микрофончик включите. Я его не отключала. Вернулся звук? Да. Хорошо, вернулся звук. Что... Когда нам пишут какие-то замечания или пожелания, это возможность научиться чему-то новому, тому, что еще поможет. Потому что вот этот навык коммуникативный, это тот навык, который, как и любой другой, тот же навык передвижения пациента, это тот навык, который мы совершенствуем постоянно. И кроме того, это позволит увидеть себя, нас, как работников со стороны, и это будет возможность для того, чтобы мы еще работали над собой. Почему? Потому что процесс работы и процесс взаимодействие с другим человеком, он предполагает, что мы внутренне постоянно растем, что мы внутренне отслеживаем в себе те или иные качества, мы научаемся ими пользоваться. И если возвращается к ролику, то мы увидим, что да, медсестра постучалась, это было там так достаточно тихо, но это было. Потому что стук тоже не должен быть громким, а вдруг там пациент спит, а мы его этим разбудим. Все должно быть в соответствии с ситуацией. Вот медсестра, которая подошла к пациенту, первое, что она сделала, она нагнулась над ним. И она увидела, да, что он дремлет. И чтобы его не напугать, она нежно-нежно до него дотронулась. Тихим голосом она назвала его по имени-отчеству и объяснила, для чего она пришла. То значит быть эмоционально доступным. Эмоционально доступным – это проявляется в том, что мы с
стучимся в дверь к пациенту, что мы стараемся быть с ним на одном уровне, что медсестра заботится о комфорте пациента, нежно дотрагиваясь там до его плеча, говорит голосом негромким, опять же, чтобы не напугать, объясняет цель своего визита. И когда она общалась с пациентом, у нее было то, что она и дотрагивалась до него, и она попросила в какой-то момент и прощения, когда она поняла, что она потревожила и вклинилась, она проявила, так скажем, ну, то, что она не была сосредоточена где-то там на планерке, пропустила важную информацию о состоянии пациента. И в связи с этим она извинилась, и это говорит о том, что ее подход, он неформальный. Кроме того, слова пациента не вызвали в ней ответного раздражения, а наоборот, она вспомнила о том, что ей говорила предыдущая смена. Кроме того, ее выражение лица, оно было спокойным. Ее интонация говорила о том, что она спокойно, не раздражена, и что ей не все равно, что с пациентом. Кроме того, во время беседы она не просто говорила какие-то утвердительные формы, она и задавала вопросы. Она предлагала разрешить ту проблему, которую ей предъявлял пациент. И она была сосредоточена на пациенте, не на том, что ей нужно сделать, а на том, что в действительности волнует пациента в настоящий момент. Она пришла сюда, да, с одной стороны, чтобы пациент принял лекарственный препарат, но в большей степени ее волновало то, насколько человеку комфортно или нет, что его волнует в данной ситуации, чем он интересуется и так далее. И мы с вами увидели то, как выглядит вот это вот общение, сосредоточенное на пациенте, чисто внешне. Но сейчас мы посмотрим на то, что пациент, что стоит за этим чисто внешним поведением. Мы увидим, что уже к этому моменту между медсестрой и пациентом сформированы неформальные отношения, доверительные отношения, когда пациент может спокойно проявить и сказать о том, что его там что-то не устраивает. И в тот момент, когда медсестра извинилась, он-то тоже понял, что его эмоциональные реакции были не очень хороши, он тоже попросил, и она, вернее, пациентка тоже попросила прощения. Это говорит о том, что вот и в пациенте-то лучшие качества, они тоже его пробудились. И что вот это вот взаимная, как я говорю, забота, уже не только персонал заботится о комфорте пациента, но и пациент уже заботится о том, каково человеку, который со мной рядом. Когда мы увидели, что здесь есть и уважение к личности пациента, к его личному пространству, мы также здесь увидели то, что пациент является таким равноправным членом команды, который может говорить о том, что вы знаете, а вот режим какой-то у вас, он не такой. Вот я-то привыкла с 8, с 9 просыпаться, а здесь с 6 часов, как вы ходите, меня это не устраивает. То есть он такой равноправный член команды, который может рассказать о том, что его не устраивает, что доставляет ему дискомфорт. Когда есть принятие пациента независимо от того, какие бы чувства он испытывал. То есть независимо от того, улыбается он нам, благодарит он нам, или он наоборот вот раздражен и недоволен. И вот это вот принятие пациента, оно рано или поздно приводит к тому, что пациент начинает доверять, и вот этих эмоциональных реакций становится все меньше и реже, так скажем. Кроме того, со стороны медсестры видны и сочувствие, и сопереживание ему. Да, она услышала о том, что пациенту вот этот режим не устраивает, что ему там трудно его соблюдать. И плюс там после бессонной ночи это достаточно трудно. Она ему сопереживает, а сопереживание предполагает то, что она размышляет, а что можно изменить в этой ситуации, как можно сделать так, чтобы ему было комфортно.
Кроме того, немаловажным качеством, вот здесь, которое помогает вот, сохранить вот эти доверительные, неформальные отношения, которые позволяют взаимодействовать с пациентом в состоянии гнева, это умение признавать и свои ошибки, что мы его увидели. В итоге, к чему это приводит? Вот это вот умение сопереживать, сочувствовать приводит к тому, что медсестра, у нее нет диссонанса между тем, что она испытывает внутри, и тем, что она демонстрирует вовне. Потому что замечания пациента не вызвали в ней негатива, потому что она понимает, что точно так же, как и она может находиться в любом эмоциональном состоянии, точно так же и пациент может находиться совершенно в любом эмоциональном состоянии. Она позволяет ему быть, пребывать вот в этом эмоциональном состоянии. Она не осуждает его за это, она не противопоставляет себя ему. Я-то вот тут как бы сдерживаюсь. Нет, этого нету. Когда отсутствует вот этот диссонанс между тем, что внутри, и тем, что снаружи, соответственно, оно не приводит к тому, что копится напряжение, о котором мы говорили выше, а то это сопровождается тем, что есть удовлетворение от работы, и это все способствует тому, что проводится некая такая профилактика эмоционального выгорания. Тань, да, все хорошо, спасибо, но вот у меня возник такой вопрос. Мы много говорим об эмпатии, мы говорим о эмоциональной доступности, но не получится ли так, что это, наоборот, усилит выгорание сотрудника, когда ты постоянно включаешься в человека, в другого человека? Хороший вопрос, его часто задают, причем очень часто его задают. Я бы здесь хотела сказать о двух вещах. Что эмпатия – это все-таки умение сопереживать, что это сочувствие, это не растворение в чувствах другого человека. А эмпатия в действии, она предполагает, что я сопереживаю, то есть я сочувствую, но при этом я еще и размышляю, а что можно сделать в этой ситуации. И когда мы размышляем об этом, и мы потом это воплощаем в жизни, мы видим результат, что человеку стало хорошо и комфортно. И с другой стороны, эмпатия – это то, что наоборот препятствует развитию эмоционального выгорания. И это не голословное мое утверждение, может быть, там несколько лет назад оно и было бы таким чисто умозрительным, то, что я видела, то, что я наблюдала, то, что я переживаю сама я лично. Но наша кафедра медицинской психологии и психотерапии Самарского государственного университета, она несколько лет назад провела исследование среди медсестер клиник медуниверситета на предмет того, какие факторы способствуют или препятствуют формированию эмоционального выгорания у медработников. И там практически на первом месте был вывод, что эмпатия – это то, что является мощнейшим профилактическим методом, способом к тому, чтобы развилось эмоциональное выгорание. То есть эмпатия в действии – это профилактика эмоционального выгорания. Спасибо. Ну вот помимо того, что мы уже сказали, что мы увидели в роликах, там в первом, во втором роликах, есть еще несколько моментов, которые бы было важно обсудить. Очень часто возникает вопрос, а трудный ли пациент, он для всех или он лично для меня? С одной стороны, мы можем потенцировать образ, что пациент трудный в своей команде, когда мы, выйдя из палаты пациента, начинаем говорить, что вот он такой, вечно недовольный, вечно раздраженный, и не пытаемся объяснить, по какой причине он так, или, по крайней мере, прояснить, по какой причине он так поступает. И вольно или невольно, но уже в команде может формироваться, этот пациент трудный, от него нужно держаться подальше, и все начинают от него дистанцироваться.
С другой стороны, бывает так, что некоторые говорят, да нет, а мне нормально с ним общаться, у нас не возникает с ним конфликтов и так далее. И если есть правильные взаимоотношения внутри команды, то тот человек, который говорит, а мне не трудно, у нас мы нашли общий язык, можно обсудить внутри команды и найти те, и понять, что помогает в установлении вот этих правильных взаимоотношений с пациентом. Но опять же, размышляя о том, почему пациент становится трудным, почему мы его переводим. Я не зря везде как бы беру трудный пациент в кавычках. Да, он не трудный как бы вот на самом-то деле, потому что если так посмотреть, то все эти чувства мы испытываем все с вами на 100% в те или иные, в тех или иных ситуациях. Но почему возникает вот эта вот установка, что вот этот пациент трудный? Во-первых, у нас формируется, может быть, сформирован, по крайней мере, образ, что пациент должен всегда нас слушаться. То есть вот эта вот установка стоит, что пациент, он должен просто молча выполнять наше назначение. То есть он, и получается, когда возникают вот такие конфликтные ситуации, что пациент не берет на себя ту роль, которую от него ожидают. Роль такого послушного, безгласого человека. Кроме того, что и бывает в той ситуации, когда человек не реагирует таким образом, как мы от него ожидаем, опять же. Чаще всего нам с кем комфортнее, с кем хорошо общаться. Тот, кто улыбается, тот, кто нам всегда рад, кто нас благодарит и так далее. А когда возникает ситуация, что он оказывается не совсем рад, не совсем там нам благодарен, и возникает ситуация, что да, вот этот человек, он трудный пациент. Кроме того, что получается, что мы воздвигаем и ставим человека, переводим его в объект некоторых манипуляций, что вот он лежит, вот у него болезнь, его дело принимать лекарства, молча, безукоризненно подставлять ягодичную мышцу для инъекций, в вену там для внутривенной вливания и все. То есть получается, что вот этот вот закрепившийся образ безгласного, безэмоционального, который совсем соглашается, образ пациента вот такого, он опять же, он мешает тому, чтобы выстраивать с ним хорошие, глубокие, доверительные отношения. У нас так учат. Тут уже вот с чем пришли и со студенческой скамьи, с тем и приходится работать. То есть в студенчестве это не учат. Вот тебе фантом, пожалуйста, делай. Да? То есть да. Я знаю, что сейчас меняется стандарт обучения студентов и меняется в него именно общение. То есть это одно из тех факторов, которые оценивают, которые, так сказать, заставляют выработать у студента, чтобы вот перед тобой уже человек и общайся. Да, так как ты предполагаешь, чтобы хотелось, точнее, чтобы и с тобой так общались, если ты будешь пациентом. Ну да, с одной стороны, нас так учили, и в большинстве случаев нас сейчас так и продолжают учить. И с одной стороны, к сожалению, с другой стороны, к радости, что все равно о том, что общению нужно обучать студентов, оно сейчас это все обсуждается, говорится, но если не будет, мы можем ссылаться, вернее, на то, что так учат, и что вроде бы мы так научены, и мы так поступаем. Но если мы пришли работать в паллиативную, особенно в медицину, особенно в паллиативную помощь, все-таки здесь должно быть понимание, что перед нами человек со своей уникальной историей жизни, со своими уникальными личностными способностями, характером, умением там реагировать на какие-то или неумением, может быть, реагировать на те или иные стрессовые ситуации. То есть вот без этого так называемого индивидуального подхода не получится взаимодействовать с пациентом глубоко
И так, чтобы как, даже если возникали бы вот эти ситуации конфликта, недовольства и так далее, чтобы мы могли с ними правильно справляться. Если нет безусловного принятия пациента, если нет понимания того, что человек может испытывать разные чувства, что он может, так же, как и мы, может гневаться в какой-то момент, и в нас в связи с этим нету готовности взаимодействовать вот с человеком, который испытывает данные эмоции, то нам будет, конечно же, трудно справляться с его эмоциями, тем более со своими личными. Кроме того, должно быть умение и сочувствовать, и сопереживать, и отношение к пациенту как к полноправному члену команды. Это все то, что, о чем мы говорили сегодня, и все то, что помогает нам в общении с трудным пациентом. Да, мы мало говорили, и я намеренно как бы мало говорила о том, а какие там фразы и так далее реагировать, но потому что не это главное, а главное то, с чем мы идем к пациенту, то, что нас наполняет внутри. И если мы посмотрим вот на следующий слайд, здесь приведены слова человека, медсестры, которая играла пациентку, и она вот после того, как сняли мой ролик, общались с ней и спрашивала ее, что же самое сложное. Она говорит, не самое сложное было, когда я играла вот эту роль недовольного пациента. И я как бы, да, я вжилась в эти там чувства и так далее, но мне было так сложно продолжать ворчать, видя перед собой такое доброе, сострадательное лицо медсестры. То есть уже даже то, с чем медсестра подошла, и это было на ее лице, в ее позе и так далее, уже способствовало тому, что человек, открыв глаза, увидев, он уже готов был не предъявлять всех тех недовольств, которые у него были внутри. И здесь уместно опять же напомнить основополагающий принцип, о котором я говорю всегда, как бы, вот там, касается ли это этических моментов, касается ли это вот вопросов, вопроса взаимоотношений с вообще с пациентами, вообще с людьми, что во всем, как хотели бы, чтобы мы с нами поступали люди, так и вы поступаете с ними. То есть вот это умение поставить себя на место другого человека. Вот я лежу на этой постельной койке, я всю ночь не спала, и вот ко мне приходит, начинает там, я только заснула, ко мне приходит и приносит таблетки. Была бы я радостной и довольной. Нет, конечно, бы мне это не нравилось. И если я вот так вот размышляю и ставлю, то я и понимаю, что да, я в этот момент у меня появляются и силы, и внутренняя готовность принять человека вот с этими эмоциями. Появляется желание как-то что-то изменить в данной ситуации, чтобы ему стало лучше и комфортнее. Поэтому хотелось бы, чтобы наша работа, она и наше общение с пациентом, чтобы оно было неформальным, чтобы, да, пациент, к которому мы заходим, чтобы он мог быть открыто сказать о том, чтобы, что его не устраивает, что ему не нравится, и чтобы через это он пришел к пониманию того, что хоспис или отделение паллиативной помощи – это то место, где его слушают, где его слышат, где готовы помочь ему справиться с тем, что у него возникает, и не только физически, но и в эмоциональном плане. И вот, и чтобы его улыбка, она не была поддельной, дежурной, а чтобы ему действительно было хорошо и комфортно. Спасибо. Если есть у кого-то вопросы, я готова на них ответить.